и с левой ноги пробил в нижний угол. Ничья 2-2 на 86-й минуте, но крутая развязка была уже вкомпенсированная арбитром время. Вышел на замену Рубен Суарес, смачно пробил со штрафного и на 93-й минуте принес своим точным ударом победу Леванте, седьмую к ряду. И Леванте снова вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя Барселону на 2 очка. Ну а Реал сейчас